Неоспоримое подтверждение приверженности Украины Минскому процессу появилось в распоряжении СМИ. В эфире украинского Пятого канала советник главы МВД Авакова Илья Киева во время интервью заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. На сегодняшний день основная задача – это формирование нового поколения. И когда поднимался вопрос о декоммунизации, то я говорил, Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно. И пускай даже насильно. Также Киева добавил, что для воспитания любви к Украине можно применять любые методы. По его словам, необходимо ставить и учить любить. Если пророссийские украинцы не будут любить Украину, их заставят это делать. Цитата. «Вата любит силу и уважает силу». И вы думаете, что силою вату можно сделать громадянином? Вата любит силу и уважают, к сожалению, силу.